Сегодня профсоюз – самая массовая общественная организация страны, которая объединяет порядка 4 миллионов граждан. Одна из ее основных целей – это помощь людям. В конце четвертой недели января на Сморгонщине правовой прием граждан провела Ольга Гинько, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций. Съемочная группа ОКС-ТВ побывала на встрече с работниками автопарка номер 17. Правовые приемы практикуются в нашей стране с 2015 года. С тех пор сотни граждан воспользовались возможностью пообщаться с представителями профсоюзов, что называется, с глазу на глаз. Как показывает практика, это один из действенных способов отстоять свои интересы. Правовые приемы пользуются популярностью во всей республике. Не исключение и Сморгонщина. На такого рода мероприятиях можно получить бесплатную консультацию, практически не отрываясь от работы. Большинство вопросов решается на месте. Но встречаются, правда, и такие темы, которые требуют детального рассмотрения. Они не ограничиваются только встречей на правовом приеме. В таких случаях о решении вопроса обратившегося проинформируют в обозначенные государством сроки. Можно разделить три категории, с какими вопросами приходят на профсоюзные приемы. Первая категория – вопросы трудового законодательства. Это прием, увольнение на работу, дисциплинарное взыскание, которые применяются к работникам. Это также предоставление трудовых и социальных отпусков. Это вопросы, которые касаются выплаты заработной платы, полноты выплаты заработной платы, своевременности выплаты заработной платы. По значимости вторые вопросы, которые поступают на правовых приемах, это вопросы, касаемые жилищного законодательства. Частыми вопросами здесь бывают вопросы, конечно, это постановка на учет нуждающихся в жилищных условиях, да, это общежитие, предоставление. Ну и третий вопрос – это вопросы пенсионного законодательства. Во встрече, которая прошла 25 января, также приняли участие председатель районного объединения профсоюзов Инна Савицкая и прокурор Сморгонского района Сергей Гаврилюк. Кстати, один из вопросов Сергей Михайлович взял на личный контроль. Всего за помощью в этот день обратилось 4 человека. От них прозвучало 7 вопросов. Напомним, выездные правовые профсоюзные приемы граждан проходят каждый последний четверг месяца.